Итак, видео специально для Саньки. Ручная динамка. Сделана из шагового двигателя принтера. По памяти вырабатывает примерно... Я не помню, ватт 15 или... До 30, я мерю. Сделана для зарядки повербанка вампирчик. В походных условиях. Стоит диодный мост на две фазы. Вот, соединенный в конце в один выход. Сейчас померим, сколько будет она выдавать. Подключаем наш супер-мега-мультиметр. Опа. Наш супер-мега-мультиметр. Не знаю, видно или не видно. При средней скорости вращения выдает 16 вольт холостого хода. Если мы разгонимся, то она выдает больше 20. Давайте переставим на 200 вольт и посмотрим, сколько она может выдать холостого хода в максимуме. Ой, маленькая неполадка. До 30, если быстро крутить. Теперь посмотрим, сколько она выдаст тока в нагрузке. Ставим на режим до 10 ампер. Ну и что ли, поехали. Ноль шесть ампера. То есть 600 миллиампер. Крутить, в принципе, легко. Можно долго. Так, теперь покажу, как она работает с вампирчиком. Подключаем вампирчик. Включаем вход зарядки. Вот она, если кто не верит. Без оператора трудно работать. И начинаем крутить. Все, заряд пошел. Ну, так как вампирчик у меня заряженный, нагрузки почти никакой нет. Вот. Вампирчик принимает до 20 ватт. Нет, до 10 ватт входящего тока. То есть это при 10 вольтах 0,5 ампера. Что это, вот эта вот динамка вполне себе обеспечивает. Осталось ее облагородить. И будет все окей. Ну и сделать корпус. Корпус не обязательно. Всем спасибо, все свободны.